Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». И сегодня мы с вами будем готовить мое любимое, очень вкусное домашнее овсяное печенье. Это печенье намного вкуснее магазинного, и если вы приготовите его дома, то вы больше не захотите покупать магазинное печенье. Готовится оно очень легко и просто. Не забудьте поставить лайк этому рецепту и подписаться на мой канал. Поехали! Мы с вами берем чашу миксера или какое-нибудь глубокое блюдо и соединяем в нем сливочное масло, как я уже сказала, комнатной температуры, и сахар. Смешали масло с сахаром и теперь взбиваем все это миксером. Масло с сахаром немножко взбили и теперь добавляем сюда яйцо. И снова все это хорошо взбиваем миксером. Масса должна стать очень пышной и белой. Вот посмотрите, как масло побелело и смесь стала пышной. Теперь сюда же мы добавляем муку вместе с разрыхлителем и снова хорошенько перемешиваем в миксере. У нас почти все готово, осталось лишь добавить овсяные хлопья. Насыпаем их в чашу, где у нас масло, сахар, мука и яйца, и перемешиваем. Здесь уже можно воспользоваться обычной столовой ложкой. У нас с вами получилось вот такое вот липкое тесто. Теперь нам нужно завернуть его в пищевую пленку и убрать в холодильник хотя бы минут на 20-30. Это делать не обязательно, но так с тестом будет легче работать. Тесто у меня полежало примерно 20 минут в холодильнике, мы его достаем и начинаем формировать наши печеньки. Как формировать печеньки? Берем тесто, отщипываем от него вот такой вот кусочек и просто скатываем шарик руками. Тесто у нас подморозилось, полежало в холодильнике, поэтому с ним легко работать, оно не липнет к рукам и хорошо держит форму. Готовые шарики складываем на противень, застеленный бумагой для выпечки, это обязательно. Обратите внимание, что мы кладем печенье на расстояние, потому что при выпечке они увеличатся, поднимутся. Если не оставлять между ними несколько сантиметров, то у вас просто получится одно большое прямоугольное печенье. Теперь берем стакан с плоским дном и вот так вот прижимаем наши шарики, чтобы получились печеньки. Ставим противень в духовку, разогретую до 180 градусов, и готовим примерно 15-20 минут. Посмотрите, какие классные овсяные печеньки у нас получились. Пока они горячие, они еще мягкие, но когда остывают, они твердеют, так что не пугайтесь. Когда остынут, их можно убрать, снять с противня и сложить в какую-нибудь стеклянную банку. Так они будут храниться очень долго. Важно, чтобы банка была с крышкой, чтобы в печенье не попадала влага. Понадобится пшеничная мука, сливочное масло, оно должно быть комнатной температуры, поэтому достаньте его из холодильника заранее, разрыхлитель, яйцо, сахар и овсяные хлопья.